Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, уважаемые зрители и телезрители телевизионной конкурсной программы «Утренняя звезда». Здравствуйте! На сцене участники нового четвертого цикла телевизионной конкурсной программы «Утренняя звезда». В нынешнем цикле представлены 34 города, поселка, большие города и совершенно маленькие, никому неизвестные, может, поселки. 400 детей приехали к нам в программу «Утренняя звезда». И я уверен, что каждому из вас, дорогие друзья, достанутся и аплодисменты, наша любовь и наше уважение каждому, кто уже вышел на эту сцену, кто стоит в зале. Вам аплодисменты всего зала! Проводим наших участников за кулисы. Пожелаем им ни пуха, ни пера. И поверьте, что каждому из вас мы желаем только удачного выступления на этой сцене. А эта сцена приносит только удачу. Выступает студия «Шансон», город Нарва. Да-д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 а
Первой выступала Лена Терлеева. 5-4, 5-5-5. 1-4, остальные пятерки. Студия «Шансон». 5-5-4, 5-5. 1-4, остальные пятерки. Ксюша Нужина. 4-5-4, 5-4. 3 четверки и 2 пятерки. Первые аплодисменты в адрес Ксюши. Это ее первые шаги на этой сцене. Город Родники. Прекрасным названием. У нас первая выступала Лена. Теперь, значит, если у «Шансон» есть какой-то фрагмент, небольшой фрагмент. Вам нужны микрофоны? 4 стойки. Гостя, гостя дорогого, гостя, гостя дорогого, батюшку родного, он не часто в гости ездит, он не часто в гости ездит, недолго гостю. Гостюет, одну ночку ночует, и дубра тоскует, ой, со вечера с полуночи. Лена Терлеева. Горнице моей светло, ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Дорогие друзья, я понимаю, что я сам ни за что бы не сел бы за стол жюри, честно вам говорю. И тем не менее, если вы готовы, мы с удовольствием посмотрим на оценки. У нас в перепевке начинали участники из города Нарва, Эстония, группа «Шансон». Оценки жюри. 5-5-5, 4-4. 2 четверки, остальные пятерки. Оценки Лене. 5-5-5-5-5, 5-5, 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 5-5
утренняя звезда Лена Терлеева. Я хотел бы сказать, что, конечно же, победа, это почетно, это тяжело, но все равно есть часть относительного в этом. И я хотел бы обратиться к тем, кто плачет сейчас там за сценой, вспомнить наших звезд. Если мы проанализируем и вспомним их участие в конкурсах, то очень многие, кто сейчас находится на вершине Олимпа, в конкурсах не всегда занимали первые места. Надо это помнить и ни секунду не останавливаться, заниматься дальше своим любимым делом, дарить себе радость, дарить радость людям.